Великий Новгород вновь стал столицей детского пляжного волейбола и принял всероссийский фестиваль. Корты по традиции расположились под стенами Кремля. Фестиваль пляжного волейбола собрал в Великом Новгороде юных спортсменов из 12 регионов страны и Республики Казахстан. Почти 130 команд и 8 игровых площадок. В этом году всего две возрастные категории. Организаторы рассказывают, что ребят постарше пришлось исключить из списка спортсменов. Желающих много, а территория все-таки ограничена. Однако в планах не только расширить фестиваль, но и вывести его на новый уровень. Вот сейчас, к счастью, четвертый фестиваль посетил. Надеюсь, что к счастью. Губернатор Новгородской области и пообещал, что будем продвигать идею проведения международного фестиваля. Но для того, чтобы провести международный детский фестиваль, нам нужно здесь 12 площадок. Такое условие выдвигает Европейская волейбольная конфедерация. Но губернатор говорит, будем делать. Тем временем сами волейболисты вовсю готовятся побеждать, хотя в таком виде спорта и поражение не так обидно. Отличие от обычного волейбола немного, а настроение поднимает на ура. Это осложнение, это прикольней. Интереснее, да? Да. Почему? Потому что здесь песок и как будто на море. Отметим, что победители соревнований получили не только медали, но и главный подарок – профессиональный волейбольный мяч.